Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик. Сегодня мы с вами послушаем She Loves Icy, Koji Kai и MC Арсений, йоу, по барам. В общем, именно мы будем слушать вот этот речок, да, по барам. Если что, если вдруг не знаете, кто такой She Loves Icy, то мы недавно у него слушали альбом, и у его кента мы тоже слушали альбом. Короче, у них там целый какой-то, походу, сквад, не совсем разбираюсь. Но, в общем, альбом был качества очень, так сказать, низкого, и было относительно смешно. Да, да. Поэтому посмотрим, что нам предлагают ребята. Это что, VIP-реакция. Спасибо большое за VIP-реакцию. Спасибо большое за VIP-заказ. Очень приятно, что поддерживаете. Да, спасибо большое. Вруби трек с Агни им. Да, ну просто трек с Агни, допустим, был. Вы поняли. Да, и мы сейчас послушаем трек по барам. Он идет целых 4 минуты. Тут есть еще Koji Kai, который, насколько я понимаю, мы его уже слушали. Подожди, это не домофон, да ведь? Это кто-то другой. Я не помню, кто это. Ну ладно, хорошо. Подожди, как у тебя альбом называется, бро? Июнь был. Правда, прекрасным. Ой, блядь, ну ты сука. Ты сука просто. Так, короче. Трек по барам. Меня больше всего здесь напрягает MC Арсений. MC Арсений. Мы его не знали. И что нам предлагает MC Арсений? Безумно интересно. Я нахуй в ахуе. Ладно, ладно. Если вы тоже хотите, чтобы я послушал ваш трек, неважно, серьезный, рофильный, ваш, не ваш, наш, не наш, блять, то вы можете это сделать легко по ссылочке на Twitch в описании, там есть ссылочка на донаталец, все внимательно можете прочитать, и, конечно же, не забывайте про Telegram, который тоже ссылка в описании. Let's go. Слушаем, что это такое, блядь, 4 нахуй целых минуты, тут первая строчка сюда нахуй он мяукнул, я боюсь нахуй, ой, бля, ну все, все, слушаем, let's go. Попей не сам скакала, потом сосала. О, как же круто сосать каждую ночь. Ты ночной анал, что растаял поутру. Я по-прежнему красива, хоть сказала, что дрочу. Между нами член, слезы и горячий мут. Пусть со мной так сложно было, но и ты, гондон, не прост. Мне очень жалко твою новую пизденку. Я не ревную, я же просто отсосала. Начнешь опять издалека и потихоньку. Посмотришь письку, а дальше подрочила. И понеслась опять пизда утром в миноре. Так было сотни раз, пока я не дрочила. Но ты не понял при последнем разговоре. Я подрочила или просто пососала. А ты по барам в пьяном угаре. Что же ты, парень, снова вспоминаешь о том, как мы гуляли по тротуарам мокрым и старым. Это же вы гуляли, понимаете? Бля, Анасик в гробу нахуй сейчас просто перевернулась. Бля, там же MC Арсений еще, клянись, бля. Арсений проток. Это пиздец. Ну а Насте хуже как будто, да базар точно. Подожди, подожди, ты не при... Не любишь... Блядь, как это вообще записывалось, нахуй? Бля, это вообще, это нахуй такой... Это такой рофл ёбнутый, я не знаю, это просто пиздец.
под окном своей дачки. Я не пищу. Что это было? Тебя тянет везде, а меня к хую не очень. Ты не приж, недолюбленный мач. Перестань себе сосать под окном. Он еще когда говорит, у него помехи, блять. Вот это, знаете, когда микрофон off, аж их нет. Когда включаешь и начинаешь что-то говорить, они есть, блять. Бля, вы слышите нахуй еще раз? Бля, МС Арсений, какая же лего нахуй. Перестань себе сосать под окном своей тачки. Я не пищу уже давно геолокации. И не хожу в места, которых мы ебались. Чтоб ты с них... Какой бичлинг? Как ко мне добраться? Все наши фото не в архиве, а в пиздине. О май гад! А ты... Видос лучше, чем на альбоме. Блять, да! Да! О боже! Это же правда! Нет, нахуй, мне плохо, нахуй. Мне плохо уже просто. Типисюнку. Я отказываюсь. Это, слушай, продолжай. Нет, я не верю в это, что мне это заказали, нахуй. Я не верю, что это было заказано, нахуй. Нет. Типисюнку. Ой, блядь, господи, если ты есть, помоги. Спаси, сохрани, все грехи забери, умоляю. Но это просто пиздец. Го еще раз не прочувствовано. Нет, ты за что ты так со мной? Привет, опять я. За что ты так со мной-то? Я, блядь, вызвал нахуй их на бой, блядь. Запреток языкается. Текст тут бессмысленный, но тут надо почувствовать бит и флоу. Второй, Айн Макс, Эвер и Траукнект. Это, блядь, это все. Тебя Шелов Сати пропиарил. Сам соси, блядь, еще раз. Я считаю, не прочувствовано. Да, я считаю, не прочувствовано. Вот это было до конца ли прочувствовано, вот эти помехи и код? Я думаю, нет. А это фишка, старались же. А трунь-трунь-трунь, как? С какой харизмой, ёбнутый. А главное, со смыслом и до слез довольны. Бля, бро, это пиздец, честно. На самом деле, прости, правда прости, я не знал. Я просто... Подожди, нет, сейчас, секунду, я скачаю. Блять, а мне никак, наверное, не скачать этот... Сейчас, секунду. Сейчас сделаю так. Секунду. Бро, прости. Я честно. Ты бы сказал. Я же не знал. Тебе нужно было это донатить первым. Если бы ты сначала задонатил это и потом альбом, сейчас было бы так, нахуй. Я тебе клянусь. Ты просто... Ты же мне не сказал, ты меня не предупредил. Ты тоже понимай порядок-то распоряжения, нахуй. Ой, блядь, нет, пожалуйста. Понимаешь, ты тоже как бы понимай вообще порядок распоряжения и то, что происходит. Это вообще не забывай, как бы. Потому что, ну, ёб твою мать, ну это ж пиздец, нахуй. Ты пропустил вроде трек.
Байтер. Бля, я даже не буду это объективно оценивать, но это же пиздец. Мне плохо. Мне плохо. Мне плохо сейчас. Мне хуже всех сейчас. Я сижу, я должен сейчас... Ёб твою мать. Это же на фул серьезе происходит, нахуй. Вы понимаете? Вы верите? Блять, ну вы понимаете, что... Ну, вы понимаете? Вы понимаете? Вы видите вот этот текст? Вы видите вот этот текст? Вы видите вот этот текст? Вот вы видите это, да? И это написал МС Арсений. МС Арсений. МС Арсений. Нет, это пиздец. Я, блядь, мне еще два ваших зак... Я сошел с ума. Не-не-не, тут уже дурка, блядь. Ёбаный ранее. Тут уже нахуй все. Тут уже нахуй все. Это пиздец. Купи пивко, успокойся. Бля, я бы с кайфом, но мне нельзя, к сожалению. Могу ли разбивки свои кинуть, если деньги еще найду? Ну, бро, все равно после этих двух вип-реакций, я думаю, больше ничего не будет. Если что, когда, ну, стрим будет длиться 3 часа, я вип-реакции перестану принимать. Го-го еще раз. Вы хотите, чтобы я дослушал это? Вот просто интересно. Сейчас. Было сотни раз, пока я не дрочила. Но ты не понял при последнем разговоре. Я подрочила или просто пососала. А ты по барам в пьяном угаре. Что за ты парень, снова вспоминаю. Достойно Грэмми. Браво! Браво, нахуй! Просто браво! Просто браво! Прочитай справа. Тест. Осуждаю! Осуждаю! Осуждаю и не поддерживаю данное высказывание, да. И не имею никакого причастия к тем, что было написано справа. И не поддерживаю. Ой, блядь, все нахуй. С ума сошел, нахуй. В общем, это нельзя никак оценить. Очевидно, я даже не буду ничего говорить, потому что, блядь, ну это просто ремикс на, блядь, Анну Асти смешной. Но это пиздец. Придумано, конечно, гениально. Сижу хуею. Спасибо большое за заказ. Говори, сабайтесь на Помело Сквад. Сабайтесь на Помело Сквад. Вы такой хуйни не найдете нигде больше. Я клянусь. Это самая лучшая хуйня в мире. Это просто пиздец. Типа, это лучшая хуйня в мире. Это просто пиздец. Сабайтесь, нахуй, не пожалеете. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал.